Все сметено. Это дерево манго, и под ним просто выметено. Все листья, которые осыпались, все сметают, наводят чистоту. Еще один пруд. Прямо интересно стало здесь. Новые места, в которых я раньше не был. Какая красота. Огромные, просто невероятные высоты стволы бамбука. Пальмы, пруды, красотища просто какая, невероятно. Если кому-то хочется вот точно так же погулять по сельской местности, приехать в Бангладеш, оказывается, очень и очень просто. Для этого нужна сумма наличными, равная эквиваленту $500 США. Никакой визы для россиян не нужно. Ее можно в аэропорту оформить. Нужно, значит, что? На проживание, чтобы у тебя было, как она называется, бронь на проживание на тот период времени, который ты будешь здесь находиться. И таможенную декларацию нужно будет оформить в аэропорту, прямо в Даке уже, по прилету, и все. Больше не нужно ничего. Прививки только надо не забыть сделать обязательно для выезжающих вот в это, в центральные вот эти тропические страны. Куда-то я зашел, куда дорожка? Где-то здесь она. Иду по краю огорода, а мне надо по дорожке. Она где-то здесь. Тут то ли нора какая-то, то ли молния сюда ударила, когда гроза была. Где же эта дорожка? Она где-то здесь. Где-то здесь. Вон она, мне кажется, впереди. Попробую тут пройти. Мне кажется, там дорожка впереди. Спуститься надо вот сюда. Смотрите, какая здесь красота. Просто удивительно. Прудик такой небольшой, но он уже высох практически. Потому что много уже времени, месяца три, наверное, не меньше, дождей нет. А вот бананы посадили, ростки бананов. Вот они. Мне кажется, вот она, та дорожка,
Да. Ух ты, я поцарапался где-то об какие-то колючки. Бурундуки бегают здесь. Еще один пруд. Вот в таких прудах люди разводят рыбу. Живут за счет продажи рыбы на рынке. У них, конечно, еще вот сады с личи. Просто огороды, участки. Сажают овощи. Куда-то я выхожу, там дети играются. А, вот моя дорожка. О, все, меня заметили дети. Меня дети заметили. Шум. Привет. Все, бегут. Мани-мани. Привет. Но это не та дорожка, которая мне нужна. Тоже интересное место. Я бы, наверное, по-другому пошел. Привет. Все, пока, пока, пока. Угостил всех детей конфетами. Сейчас мне покажут, как пройти. Просил показать проход, потому что я в этом месте не был. И где именно этот проход, пока не понимаю. Объясняют, что он где-то вот прямо здесь рядом. И какой из них, непонятно. Кстати, вот интересная улица, по которой я еще не ходил. А, все, я понял. Окей. Привет. Привет. Вот видите, на карте вот здесь дорожка вот это никак не обозначена. Я просто у любого абсолютно местного жителя попросил показать, как здесь пройти, какой проход. Вот сейчас идет по дорогу, мне показывает. Интересно тут место. Здесь я не был еще ни разу.
Привет. Сейчас конфетку угощу маленького. না এর পকেটে খালি চকলেটই ух ты красота ага, ну все я уже все я теперь уже знаю это место все узнаю узнаю это место вот это большой пруд там впереди мост это личи деревья Вот, сегодня у меня немножко изменился маршрут, я узнал новую дорогу. Привет. Привет. Узнал новую дорогу. Удалось избежать прохода по асфальтовому шоссе. Вот этого всего шума, гамма, суеты вот этой. Какое счастье. Здесь пахнет специями. Здесь варят куркуму, видимо. Больше я не могу предположить, что еще это может быть. Вот там дым каким-то покрышками жгут. Покрышки какие-то. Видимо, там разжигают. Сейчас посмотрим поближе. Привет. Вот она, куркума. Сейчас поближе подойдем, посмотрим, что это такое. Вот так она выглядит. Корень куркумы. Но запаха особенно никакого я не ощущаю. Ну вот это куркума называется. Корень куркумы. И все перерабатывают. Hello. Привет, привет. Hi. Привет. Hi. Угощайтесь. И маленькому. И тебе. Привет. Bundo. Привет. Вот. Сейчас поближе посмотрим. Что это такое? Я не пойму. Хлуд хавадай. Бунду хавадай. Куркума? Хавадай. Хава-хава. Это шука. Гура кори. Тарпоре хава. Это хава-хава. Понятно. Это съедобная штука. Я не буду ее есть. Какие-то корни съедобные. А здесь вот их варят. Ну, это, видимо, делается, скорее всего, куркуму варят. Это разные растения. Тут одни корнеплоды, а вот там дальше лежат другие. А вот это топливо, видимо... Привет. Это, видимо, топливо. Это всякие нитки, какие-то обрезки узкие от швейного производства. Здесь поблизости находится крупная фабрика швейная. Здесь же Бангладеш, это один из крупнейших в мире производителей брендовой одежды. Здесь очень недорогая брендовая одежда. И очень качественная, так как самые крупнейшие бренды в мире производят здесь одежду.
на всю Европу, вообще на весь мир. Привет. Привет. Селфи? Yeah. Вот. Человек попросил сделать селфи. Я не смог ему в этом отказать. Очень любят местные жители фотографироваться с нами. Прекрасная здесь природа, отличается от нашей полностью, совершенно ничего похожего. Вообще ни одного похожего растения, только овощи я видел похожие, такие же, как и у нас. Все остальное здесь специфические растения, которые произрастают в данном климате, в данной климатической зоне. Привет. А вот участок человек засадил его деревьями папайя. На всех деревьях плоды. Вот они, не крупные. Он часть из них вырубил почему-то. Может быть, прореживал как-то. Вообще здесь много было плодов попало.